Всем привет, друзья! И если вы решили снимать видео на YouTube, то просто обязаны свыкнуться с мыслью, что успех ваших видео будет напрямую зависеть от вашего монтажа. И в этом видео я собираюсь поделиться главными принципами монтажа, которыми пользуюсь я и наша команда, для того, чтобы наши видео собирали кучу просмотров. Меня зовут Артур Вишневский, это канал Movavi, погнали! Начнем со звука. Звук – один из главных ингредиентов успеха, и я говорю не только о качестве голоса, но и о саундтреке. Правильный саундтрек на фоне видео играет огромную роль в создании атмосферы и улучшении общего впечатления. Музыка может дополнить и подчеркнуть настроение, темп и сюжет видео, делая его намного более привлекательным и захватывающим. Подбор музыки – очень важный аспект создания видео и монтажа в частности, ибо именно саундтрек будет создавать настроение. Мелодия может вызвать эмоции у зрителя, создать привязанность и заинтересованность, а темп музыки напрямую будет влиять на монтаж, его темп и применяемый приемы. К примеру, вы делаете видео про путешествие и на фон решаете выбрать динамичную и быструю музыку. Но как это повлияет на монтаж? Может быть и окей, но скорее всего негативно. Монтаж всегда должен работать в паре с музыкой. И желательно монтировать так, чтобы би-роллы сменялись на битах. Так вот, если темп саундтрека чересчур быстрый, то монтаж получится рваным и дерганым. Зритель банально не сможет понять, что происходит на экране. А как дела будут обстоять с классической музыкой? Тоже сомнительно. Классическая музыка по большей части спокойная и медленная, и саундтрек даже при правильном темпе не будет подходить видеоряду. Так что запомните, саундтрек определяет монтаж. Перед монтажом видео обязательно сядьте и подумайте, какое настроение вы хотите создать. Потом откройте творческую студию YouTube и найдите подходящий саундтрек. Ну или где вы обычно его ищете, Artlist, там, Epidemic Sound. Только после этого можно приступать к нарезке видео, добавлению переходов и всему прочему. А чтобы монтаж шел еще проще и быстрее, не забывайте о функции распознавания битов в видеоредакторе Movavi. По нажатию одной кнопки программа найдет биты и промаркирует их прямо на таймлайне. С этими маркерами вы сможете идеально расставить би-роллы и переходы всего за пару минут. Второй важный аспект монтажа — это подбор би-роллов. Би-роллы многими начинающими ютуберами часто игнорируются, или же они получают недостаточно внимания. Часто можно увидеть видео с очень интересным текстом и харизматичным ведущим, но при этом с абсолютно унылым и постным видеорядом. Чаще всего такое происходит потому, что вместо съемки собственных биролов люди попросту скачивают готовые фрагменты со стоков. Видео со стоков, конечно, могут быть эффективно использованы в монтаже, но для этого нужно очень хорошо чувствовать видео. Да, чувствовать видео. Это умение приходит с опытом, и если вы только начинаете монтаж, лучше не рисковать. При использовании стоковых биролов может создаваться ощущение небрежности, искусственности или даже дежавю. Ведь зритель, скорее всего, уже не один раз видел все эти стоковые биролы, поэтому лучший способ сделать видео по-настоящему интересным и выделяющимся — снимать свои собственные биролы. Когда вы сами снимаете биролы, вы можете выбрать композицию, ракурс, угол камеры, ее движение, которое подходит именно для вашего видео. Это помогает создать гармоничную связь между аудиорядом и биролами, то есть делает видео цельным и привлекательным для зрителя. Если вы хотите узнать больше о том, как снимать свои собственные интересные биролы, рекомендую посмотреть наше недавнее видео на эту тему. В нем вы найдете полезные советы и техники, которые помогут вам создавать качественные биролы быстро и просто. Вообще монтаж видео это довольно просто, и в наших видео вы уже не раз видели, как сложные эффекты могут быть созданы в считанные минуты в видеоредакторе Movavi, который входит, кстати, в пакет Movavi Unlimited. Movavi Unlimited объединяет все самое лучшее от Movavi в одной доступной и интуитивной платформе. Это видеоредактирование, обработка фото, запись экрана, конвертация файлов, 9 программ и годовой безлимитный доступ к магазину эффектов по цене одного приложения. Ориентироваться в инструментах крайне просто, подготовка исходников, визуальное оформление целых видео, ретушь фотографий, каждый из этапов можно сделать в несколько кликов. В отличие от профессиональных аналогов, Movavi Unlimited будет отлично работать и на среднем компьютере, и сейчас самое время воспользоваться спецпредложением Movavi, это скидка 80% на суммарную стоимость всех программ в составе Movavi Unlimited. Это очень выгодно. Поэтому не упускайте шанс, переходите по ссылке в описании и получайте уникальный годовой план Movavi Unlimited с невероятной скидкой. Третий принцип успешного монтажа и популярного видео – забудьте о перфекционизме. Многие начинающие монтажеры ищут идеальное сочетание кадров, звуков и эффектов, стремясь к безупречности. Однако иногда именно поиск идеала может стать преградой на пути к созданию действительно крутого и успешного видео. При монтаже бывает, что некоторые кадры не совсем точно совпадают или есть
есть небольшие недочеты в качестве видеоряда или цветокоррекции, знаете что? Это нормально. Разрешите себе быть несовершенным. Важно не застрять в попытках достичь идеала, потому что это может привести к излишнему затягиванию монтажа и потере оригинальности. Монтаж не должен быть идеальным. Идеала не существует. Именно этим принципом и нужно руководствоваться. Кроме упрощения и ускорения самого монтажа, мелкие огрехи и неидеальности могут сделать видео более интересным. Если зритель увидит в видео неидеальный текст или еще какую-то мелочь, то это не заставит его закрыть видео. Наоборот, это заставит его задаться вопросом, что это было? Почему оно так? Такие мысли помогают удерживать внимание, так что не бойтесь ошибок и небольших недочетов в вашем видео, они добавят аутентичность и особенности вашему видео. Поверьте в свои способности, доверьтесь своей интуиции и, главное, наслаждайтесь процессом монтажа. Далее, работа с темпом видео. Правильная работа с темпом видео имеет огромное значение для удержания внимания зрителей и создания эмоционального эффекта. Один из подходов, который часто используется, это делать начало видео более энергичным и динамичным, чтобы привлечь зрителей и захватить их внимание. Именно в первые 30 секунд видео зрители принимают решение о том, будут ли они продолжать просмотр. Поэтому начало видео должно быть ярким, увлекательным и вызывающим интерес. Можно использовать быструю смену кадров, эффектные переходы или динамичный саундтрек, чтобы создать энергичное начало видео. А после того, как зрители заинтересованы, можно постепенно снижать темп монтажа и создать более спокойную обстановку. Постепенно замедляя темп и сложность монтажа, вы не только спасете себя от ненужного труда, но и создадите более подходящую атмосферу для усваивания информации. Замедляющийся темп монтажа поможет не заскучать и не устать от просмотра, что положительно скажется на времени удержания. А все знают, что чем выше удержание, тем больше просмотров. Однако важно помнить, что работа с темпом видео — это гибкий процесс, который зависит от типа вашего контента. В некоторых случаях может потребоваться сохранение быстрого темпа на протяжении всего видео, как делает тот же MrBeast. Я рекомендую заранее подумать над темпом видео и представить себя на месте зрителя. Помните, правильный темп монтажа — это один из важнейших залогов успеха видео. Важным элементом монтажа, который напрямую влияет на смотрибельность видео, это эффекты. Большие и небольшие. Сейчас я хочу подчеркнуть важность именно маленьких эффектов, в частности звуковых. Звуковые эффекты — это те небольшие детали, которые легко забыть. Вы можете задаться вопросом, зачем они вообще нужны? Ведь есть видеоряд, озвучка, переходы, анимации и музыка. Но несмотря на все эти компоненты, ваше видео всегда можно сделать еще более увлекательным, просто добавив несколько простых звуков. К примеру, если вы хотите показать в кадре какую-то фотографию или картинку, добавьте какой-то звук при появлении и исчезновении картинки. Так простая демонстрация картинки становится эффектнее и значимее. Кроме того, маленькие звуковые эффекты помогают захватить внимание зрителя, сместить его на долю секунды, чтобы потом вернуть в полном объеме. Да, ну так и работает, проверено. Кроме того, я советую добавлять звуковые эффекты для переходов. Даже самый обычный переход между сценами может стать более значимым и интересным с помощью простого звукового эффекта, такого как свуш, например. Этот небольшой звуковой акцент делает переход более эффектным и заметным, что только играет нам на руку. Поверьте, несмотря на простоту в реализации и банальность, именно такие мелочи, как звуковые эффекты, делают хорошее видео отличным, а популярное — вирусным. Обратив чуть больше внимания на, казалось бы, очевидные и ненужные вещи, вы с легкостью можете сделать свое видео в несколько раз круче и интереснее. Если ваше видео интересное, его будут смотреть. Все, о чем я ранее говорил, очень легко реализовать, особенно если вы, как и я, монтируете видео в видеоредакторе Movavi. И кроме того, в наших других видео мы рассказываем и показываем прием монтажа, способ продвижения своего канала и много чего еще. Поэтому, если вы хотите узнать еще больше новых и крутых вещей, заходите на канал и смотрите. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся в следующем.